стоять. Мыши попортили тут, никогда горох не ели, а тут попортили мешки. Но они лежали плашмя. А когда ей мыши и крысы надо проходить, она подряд все стрижет. И разницы нет. Ну, кошек сейчас вот тут подопустил. Сейчас поставим там. И вот пригласил. Любовь Николаевна тут у меня помогает. Ой, зашивать надо. Тут. Не я одну заплату только успел зашить. Приехала вода с хлебовозка. Хлеб надо принимать. Сейчас залез на крышу. Резал, сушить. Так, ты что делаешь сейчас? Все. А? Определила. Я не пойму. Во второй мешок поставила. Так, а почему ты мне ничего не сказала? Сама делаешь это. Я вам сказала, Нет, ты подожди, сейчас я буду делать. Не надо, я думаю, что ты ворочаешь. Так, как у нас здесь пришиты? Вот. Вот пришиты. Вот это горох. Так, моя иголка здесь была, взяла ее? Все, на месте. Где, воткнула в эту? Да. Ну ладно, это мои заплатки. А с той стороны там было нормально? Все отлично. Чистый, да? Все отлично. А почему ты решила его это так вываливать-то? Чтобы из него не выскакивал сахар вообще. А? В двойном мешке у него сахар не будет просачиваться. Иначе ну ладно, он сыпется. Сейчас мы ее высим, я подойду. Я сейчас от кошки, они у меня убегали. И ничего не могу сделать. Вот они сидят. А где чернушка? Ну и вот никак. Я всяко заделал. Прихожу, их у нету, они удрали. Но сейчас я принес тогда жесть. Вот она, кошка. А где маленькая? Маленькая где? Вылезти не может. Вылезти не может она теперь. Иди сюда. Где она? Где, киса, где? Вот так. Неужели она вышла где-то? Мне кажется, трудно ей выйти. Чем занимаюсь? Это продукты, которые... Надо будет везти. Приезжают люди. Ну, вот так. У нас все есть. Это кошачье здесь. И сходить им есть куда. Куда же делась маленькая-то еще одна? Ты маленькую кошку не видела? Сейчас, подожди меня. Подожди, ничего не старайся сделать. Я сейчас посмотрю, где кошка у меня. Неужели она вылезла? Не может быть. А хотя все может быть. Сейчас подхожу. Вот здесь вот какая-то кошечка. Да. Вверх-вниз. Добро. Куда-то ушла. Слава Богу, все, закончили. Вот работу закончили. И чтобы кошка могла пролазить, пришлось так вот сделать большие чурки здесь, длинные такие вот положить. Но они не просто так, они... Вот рука... На нее кладется, чтобы видно было, что... Так еще вот ладонь лежит. Вот ладонь. Так еще вот насколько шире, толще. И на них положили... Поставили мешки вертикально. Вот показать, что... Показать. Кошка может пролазить. Теперь мышка просто так, она не будет там прятаться. А так она забегает, досточки когда ложили. Она по досточку залезла и все. А тут кошка стала залазить. Думаем, что теперь она не возьмет. О, вторая выскочила. Ну, вот так здесь побыли мы. Любовь Николаевна помогла. Спаси ее, Христос. Вот эти мешки, видите, как прогрызли. Ну, получилось, внизу прогрызли. Туда ничего не попало. Оно просто высыпалось. Они для прохода. Кошки вылазили. Еще сделала там, где дыра была. Они то ли проломили, то ли не пойму что. Пришлось внести жесть. Жестью заделать все. Вылезали. Сколько я их садил раз, все это вылезали. Вот она где. Она убегала. Сейчас я постараюсь. Нет, где ты тут? Вот. Показать здесь. Валенками всем. И вот эта жесть теперь поставил. Все, не смогли пройти. Принес жесть. Четыре жестины такие вот поставил. Это крыши, которые крыли. Они вылазили посюда. Вот они. Вот они, хвостатое племя. А? Это вот беленькая ножка котика, а это кошечка. Там еще одна есть.
Они у меня вылазили раз пять. Еще не наложу валенки, все вытащит. Сапоги вытащит. О! Это у нас тут все. Книги все еще остаются пока. Остатки, все, больше нет книг. Раздолье было. Шик. Это из Потеряевку. Из Томска привезли ковры. Линолеум. И ковер вот тут отдал. Один храм привезли. Надо отправлять. А длинные, если так, знаете, это метр, два, три. Три, наверное, метра с половиной. Три. Ковер. Это у нас еще продукты остались прошлого года. Это все помощь нуждающимся. Вот, Господь помог прозимовать. И сейчас опять будем собираться. Хорошо здесь у нас. Вот кошек оставил тут. Тут у меня все книги. Тоже продукты. Сахар, книги, все везде. Остаток больше нету. Все. По мелочи. Это заходить. Можно посчитать у нас. Так вот. Две коробки. Батюшке завтра отправить домой. Михаил сдал мне. Здесь еще осталась соль. Два мешка. Так, заходите туда. Вон окошечко есть. Я потом еще вам принесу. Сюда нельзя. Вот им залазит доска, чтобы они между мешками лазили, мышек тревожили. Все. Дождь пойдет, сейчас хлеб надо убирать. Вдруг тучи, так тепло было.